Настоящие церкви обучают и тренируют. В 2004 году я преподавал курс по основанию новых церквей в Христианском колледже «Новая жизнь» в Москве. Мы говорили о том, как основываются церкви. Мы говорили о том, как растут и развиваются церкви. Я спросил учащихся, их было человек 14-15, я спросил, если бы вы могли попросить Бога о чем угодно в самом начале вашего служения основания церкви, о чем бы вы попросили Бога? Люди задумались, и одна сестра сказала, «Я бы попросила у Бога вечной жизни». Я ей говорю, «Подождите, но ведь вы же христианка». «Да», — говорит она. «Зачем же просить, — говорю я, — то, что у вас уже есть?» Потому что Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Итак, когда у нас уже есть в сердце Христос, Он и есть вечная жизнь, зачем нам еще вечная жизнь? Она у нас и так есть. Один молодой человек говорит, «Я бы попросил у Бога о смирении и святости». Я подумал, хороший ответ, многообещающий молодой человек. Еще один человек говорит, «Я бы попросил у Бога дать мне хороший план». Еще один, «Я бы попросил у Бога о команде, о людях, которые работали бы вместе со мной». И все это были хорошие ответы. Но я сказал, «Я хочу вам предложить еще одну более важную просьбу, самую важную просьбу в начале служения». Просите у Бога, чтобы дал вам Варнаву. В Новом Завете один из самых важных героев — это Варнава, сын утешения. Впервые он упоминается в 4 главе, 36 и 37 стихах Деяний апостолов. Там мы и знакомимся с Варнавой. Церковь тогда еще очень юная, только зарождается в Иерусалиме. И мы узнаем о том, что Иосиф, левит из Кипра, которого апостолы назвали Варнава, сын утешения, продал поле, которое принадлежало ему, взял деньги и положил их у ног апостолов. Смотрите, имя этого человека было изменено, чтобы соответствовать его духовному дару, как часто бывает. Имя соответствует духовному дару. В данном случае — дару ободрения и утешения. Варнава показывает нам, что значит настоящий тренер. Потому что, когда я говорю «тренер», это человек, который умеет утешать и ободрять. Слово «утешать», «ободрять» состоит из двух греческих корней. Первый корень — «пара», что значит быть рядом, как в слове «параллельный», например. И «калео» — это глагол, означает «призывать», «говорить». То есть «паракалео» — значит «говорить» или «призывать», находясь рядом, плечо к плечу. То есть человек с даром утешения — это человек, который будет идти вместе с вами, не над вами, не поверх вас, как диктатор, и не под вами, как раб. Нет, он будет идти рядом с вами. Он будет ободрять, он будет ясно и четко говорить. И именно вот это
сотрудничество и называется процессом тренировки. Каждому из нас нужен такой тренер, такой Варнава. Для того, чтобы быть таким тренером, необходимы определенные навыки. Эти навыки можно выработать. И тогда мы станем Варнавой для кого-то другого. И Бог даст нам своего Варнаву. Хотел бы предложить вашему вниманию 5 неотъемлемых качеств тренера. Кстати, придумал это не я. Придумывали это самые разные люди. Один из них — Боб Логан. И другие, они писали об этом, и сейчас вот эта идея распространена по всему миру, о том, что значит быть тренером, быть Варнавой. И первое измерение, первое качество — нам нужно выстраивать отношения. Варнава всегда выстраивает личные отношения с человеком, с которым он работает. То есть это не тренер, который, допустим, в спортивной команде может быть где-то наверху, ни с кем не общается лично. Нет, я не о таком тренере говорю. Я говорю о человеке, который идет вместе с вами, который выстраивает с вами крепкие личные взаимоотношения. Это слово «паракалео» используется в Новом Завете, чтобы описать служение Святого Духа. Он называется «утешителем», «параклит» по-гречески. Смотрите, у каждого из вас есть тренер. Вы понимаете это? У вас есть тренер, это Дух Святой. Мы никогда не остаемся без тренера. Дух Святой живет в нашем сердце. Но все-таки нам нужен человек, такой человек, как Варнава. Это слово используется также для обозначения одного из духовных даров в Римлянам 12. В первом послании Петра, 5 глава, апостол говорит: «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и сосвидетель страданий Христовых». То есть он обращается как пастырь к пастырям. Вот так должны общаться лидеры, так должны поддерживать друг друга лидеры, не думая, что они лучше других. Это же слово используется в первом послании Тимофею 5:1. Павел говорит Тимофею: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, увещевай или ободряй». Молодой человек обращается к отцу с уважением, не требовательно, не грубо. Вот так и здесь. Такие это взаимоотношения. Каждому из нас нужен свой Варнава. Каждому из нас нужен наставник, нужен тренер. Да, у всех у нас есть Дух Святой, но надо, чтобы кто-то шел вместе с нами. Поэтому молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Бог даровал вам такого Варнаву. Нужен человек, которому не безразлично, что происходит с вами, и вам не безразлично, что с ним. Вот это первая составляющая, собственно, основа нашего тренерства. Мы выстраиваем крепкие взаимоотношения. Вторая составляющая — это роль наставника, роль тренера. Заключается она в том, чтобы помочь наставляемому осуществлять в своей жизни Божий замысел. Осознавать и осуществлять Божий замысел. Здесь важное разделение, важное развлечение. Тренер, наставник — это не человек, который говорит: «Так, сделай это, сделай то, пойди туда, пойди сюда». Напротив, такой наставник, такой тренер задает вопросы, которые помогают человеку задуматься о Божьем плане, задуматься о Божьих делах. Он не просто говорит, что делать и как быть. Он наставляет. Я поступаю именно так, общаясь с моими детьми. Они уже взрослые дети. Но я задаю им, например, такие вопросы. «Чему учит тебя Господь? Что открывает тебе Бог?» Я говорю: «Смотри, ты читаешь Божие Слово. Что Он тебе показывает за последнее время?» Когда у них бывают трудности, я спрашиваю: «Хорошо, чему учит тебя Бог?» Я пытаюсь помочь им действительно услышать то, что говорит Бог именно им. Для этого я задаю вопросы. Вопросы помогают сосредоточить взгляд. И именно таким образом я действительно подхожу к тому, что делает Бог, через что я прохожу.
И человек сам должен ответить для себя на эти вопросы. Боб Логан в своей книге о тренерстве, наставничестве ссылается на наблюдения Нормана Шевчука из книги об управлении поместной церковью. Наблюдение заключается в том, что неэффективность у менеджера, у бизнесмена, у пастора, у студента обычно возникает из-за того, что человек просто не думает, не задумывается о том, что происходит в его жизни. Он не учится. Он просто встал на некий путь и идет по этому пути. Говорят, что на севере есть такие знаки, дорожные знаки. Смотри, по какой дороге едешь. С дороги с этой ты не свернешь следующие 1000 километров. Вот некоторые люди вступили на путь и не могут с него никуда уйти, не могут отклониться. А нужно думать. Нужно думать. И если надо, переориентироваться. Сейчас в Америке часто говорят это слово «переориентироваться». Мы идем в определенном направлении, но нам нужно посмотреть, есть ли плод у нашей деятельности. Если нет, то, может быть, нужен поворот. Осознать это можно только через размышления. Варнава идет вместе с Павлом для того, чтобы показать, что вот, может быть, есть смысл что-то пересмотреть. Нужно что-то переоценить, посмотреть, вот Бог, вот мы, и что происходит. В Деяниях апостолов, 9 глава, описан подобный эпизод из жизни Варнавы. Варнава помог апостолам задуматься о чем-то важном. Стихи 26 и 27. Савл, или Павел, тот самый, который преследовал христиан, прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Смотрите, Варнава стоял рядом с Павлом. Варнава брал на себя риск личных взаимоотношений. Варнава взял на себя риск обеспечения встречи между Савлом и другими апостолами. Такие люди, как Варнава, готовы идти на риск для того, чтобы помочь людям осознать, что для них задумал Бог. Варнава не хотел просто и дальше отвергать Савла. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.